M1 Global presents. Уважаемые любители смешанных единоборств, вашему вниманию предлагается бой в наилегчайшем весе. Ситнюган Рейджа приглашается Акра Хантая, Чеченская Республика. Красный угол Рейджа, Акромат Хадзиев, Республика Ингушетия. Уважаемые друзья, боец в синем углу Акрам Хантаев. Ему 18 лет, он представитель Чеченской Республики. Боец в красном углу Акрамат Хадзиев, представитель бойцовского клуба «Нарт» Республика Ингушетия. Акрамату 19 лет, он является серебряным призером всероссийского турнира по боксу. Победитель республиканского турнира по грэпплингу. Рефери поединка Виктор Корнеев. Парни, слушай внимательно, работаем. Два раунда по 5 минут. Еще раз напоминаю, головы бить нельзя. По затылку, позвоночнику бить нельзя. Локтем можно бить, по корпусу, по ногам. В партере, когда лежите на полу, когда касаетесь рукой пола, когда касаетесь коленом пола. В голову можно бить только руками, коленями, ногами по корпусу. Канаты, шорты, перчатки не хватаем. Слушай меня на протяжении всего боя. Пожали руки. Хорошо, по углам. Готовься. Время. Готовец. Первый раунд. Бой.
выступать в наилегчайшем, да, это наилегчайший вес 56,7 килограммов. Два раунда по 5 минут. Представитель Республики Ингушетия из клуба «Нарт» Акрамат Хадзиев против Акрама Хантаева, тоже также из Чеченской Республики. Два бойца. И вот что происходит на ринге, Хамзат, прокомментируй. Наш боец Маути сейчас идет вязкая борьба. Сейчас остается... Перевел на свою сторону, да? Акрам. Я напомню, что в красном углу представитель Республики Ингушетия, в синем представитель Республики Чеченской Республики. Сейчас. Старается сделать завал на треугольник на спортсмен. И остается ему там вытащить его руку. А так все, спасибо. Очень грамотно действует, да, несмотря на то, что молодой. Остается тогда перекинет руку его. И все. Все, можно закончить. Если он сейчас будет добивать, я думаю, что... Теперь осталось дело техники, да, можно сказать? Да. Чисто идет на добивание. Да. Если он сейчас активнее будет добивать, то я думаю, соперник... Остановка. Правильно. Быстрая победа. Ну что ж, дорогие друзья, очень быстро завершился бой. Акрамат Хадзиев удачно выступил. Молодец. Также после Чеченской Республики. Ну, неплохой дебют. Неплохой дебют и красивую борцовскую технику показал Акрамат. Ну и грамотные действия. Послушался, сделал как... Установку сделал тренер, и все получилось. И Акрам, естественно, допустил ошибку. Переживает, да, Акрам. Ну что, желаем ему дальнейших побед. Сегодня уважаемые наш... друзья, бой длился 1 минуту 46 секунд. Техническим нокаутом победу одержал боец в красном углу Акрамат Хадзиев, Республика Ингушетия. Быстрая победа. Акрамат, может, пару слов скажешь своим болельщикам? Саламу алейкум. Добрый вечер, уважаемые гости нашей республики. Спасибо сопернику за бой. Спасибо Аушу Мухаммаду за то, что дал шанс выступить на этом турнире. Спасибо нашему руководству за такой праздник. И, конечно же, спасибо нашему спонсору фирме «Транссервис» и Альберту Галаеву за его поддержку. Лабарса Бобы.